Сургутском районе в рамках всероссийских учений отработали действия при террористической угрозе. По легенде, в школу проник человек в маске и с подозрительным рюкзаком. Охранник его заметил, объявил по громкой связи и нажал на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Они задержали преступника. А дети и учителя безопасно покинули здание. Стоит отметить, что такие учения в каждом образовательном учреждении Сургутского района проходят регулярно. Сегодня в муниципалитете все образовательные организации, а это почти 70 школ, садиков и центров дополнительного образования, оснащены видеонаблюдением с возможностью записи до месяца. Также в каждом есть турникеты, видеодомофоны, сигнализация с выходом на подразделение Росгвардии. В этом году на дополнение и обновление техники выделили почти 2,5 миллиона рублей. Дети реагируют адекватно на данные учения, выполняют все инструкции организованно. Проходит, если это эвакуация, то эвакуация проходит организованно.